жарко. Очень жарко. На тебе, потому что два твоих брата. Да, кстати, слезайте с меня, еще жарче будет. Эй, у нас же свой океан, у моря есть. Вода ж там соленая. На мышь динозавры. Мы, наверное, ее можем пить? Да, мы можем ее пить. Идемте пить. У-у-у. Да, идемте. Соленая. Но уже не соленая. Пить. Искупаться еще. О! Фу, крыла высохла. Видите, вот это? Да, я тоже поем. То есть попью воду. Может, пальму поесть? А, нет, тоже высохли. Насекомых нет из-за жажды. Зато есть вода. Чего расшумелись-то, а? Из-за воды. Всего лишь засуха. Тебе-то легче говорить. Ты просто в воде живешь. Угу. Если бы я не был, мне тоже было бы пофиг. Наверное. Ох, какой кайф в воде. Дай-ка я искупаюсь. Ну ладно, зато не так шумно, как в том. Звуки какие-то. Дельфины? Это же звук дельфинов. О нет, только не они. Надо где-то спрятаться, а то сейчас они... Кто это там плывет? Кто это такие вообще? Впервые их вижу. Кто такие? И вы кто такие? Че трогаете нашего малого? Не трогайте его. Вас порвем. Порвет? Я сказал, купайтесь, наслаждайтесь, будет нормально. Не будем вас трогать. Так-то. А что было вообще? День. Вон они уже пришли. Ой, блин. Если не увидят такого спинозавров... Ой, что будет с пенозавром и всем динозавром тут? Что-то надо придумать. Не знаю, ой. Уходите. Мы воду пить хотим, у нас засуха. И что засуха? Всего лишь засуха. Ага. Но мы в одежде. Ай, за все. Они убили нашего малого. А что происходит? А, щекотно. Хватит меня щекотить, а. Бежим отсюда. А кто это? Это раки, крабы. Я где-то, я помню, их видел в том, в другом море. Они у животных живут. Что вам тут надо? Но вы нас не тут не достанете. Они еще могут выходить на сушу. Как же хорошо. А почему тут нету касаток? Они у динозавров? Странно. Подождите. Что это там плывет? Поберегись! Что же делать? О, ну ладно, пускай заберут меня, зато они будут целы. Пожертвую собой.
Ну вот, привет. Вы меня искали? Тебе? Да нет, просто сюда пришли. Это же раньше было наше море. Чего? А, да, точно, блин. Еще не убили нашего малого. Ой, блин. Ну ладно, купайтесь. Кто его убил? Вы думаете, это просто рыбка? Для вас рыбка, для нас ребенок, родной ребенок. Джелли, новая рыбка появилась тут наконец-то. Сейчас покушаем тернанодон. Видел? Конечно, видел. О, вижу. Так. Вон. Поймал. Сейчас я тебя покушаю. Лови аптечку. А? Что там? Морж? Только не вода. Мои крылья. Дима, Радоня уже тут. Ну, хорошо, что я не пошел. Давай, 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 еще. Ты сможешь, наверное. 6. Какой 6? Это же 16-й. Да-да. Ой, блин, точно. Или 26-й. Мы сами не помним. А, ладно, будем считать за 6. 7. Нет. О, нет. Ну ты и слабак. Сам ты слабак, вы просто счет мой забыли. Может быть, у меня 106 было или 107. Какой 107? Ты в детстве знаешь. Ты в детстве знаешь, сколько вообще сделал, а? Молчи об этом. Я то пожалеешь. Кто следующий? Алазар, ты же сам просил. Я первый. Ну ладно. Смотрите и учитесь. Раз, два, три. До конца. Еще хвост. Да блин, у меня он слишком длинный просто. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 16. Какой 16? 15 же. Ай, блин, да. 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32. Давай, давай. Еще 3. И ты побьешь рекорд спина, когда он делал это давно. Никогда ты его не побьешь. Зато я могу тебя побить потом. 33. 34. Давай последний остался. Ты его не сделаешь. Никогда не сделаешь. Никто не побьет мой рекорд. 35. Ты сделал только 35. Ой, да, точно. Раз. Теперь 36. Не считается. Надо было 36 делать. Я просто быстренько забыл. Отстань, отстань. Ты сумасшедший, нет? Может, мне попробовать? Попробуй. Ты что-то давно не делал. А, ну да. Ну, я попробую. Если ты больше нас всех сделаешь, с одной рукой еще. С одной рукой, как это делать вообще?
Надеюсь, она не сломается. Раз! Ой! Ой, блин! Ого! Даже пошаталось что-то. Ага. Может быть, я мог бы больше сделать, если бы не был таким большим. Где они все? Я думаю, сейчас поем нормально. Опять пеликанов надо есть, что ли? Так, подожди-ка. Переехали к себе, к старой ду. Они еще подвигают. Старый дом. Ты где? Походу, там. О, пещера. Я уже ее не помню. Эх, а какое большое. Слышу, где-то там. Иди сюда, тот, кто украл моего малыша. И как тут темно. Неужели это... Да, это я... Край. О, нет. Стой. Нет, спасите, кто-нибудь, дельфины, акулы, кит, спасите. Да. Конец. Нет, не надо. Съешь его лучше. Их, двух, трех, всех, съешь. Нет, за что, Блю? Мы думали, мы друзья. Ты ж пошутил. Мои глаза. Ты зачем? Не надо было их спасать. Теперь я съесть вас. Не надо большой рак, краб. Ты же краб? Это рак. Он сейчас из-за вас разозлится, балбесы. Кто следующий? Диму. Он идет первым. Нет, не надо. Ты следующий. Ни за что. Нет. Мои усы. На, по глазу. Мой глаз. Видели? Я вас спас, балбесы. Спасибо, Дима. Ты герой. Но меня ты не спас. Почему? Тебя уже побили. Ты был сам первым. Да. Дай. Давайте делать трюки. Давай. Круто, но это не сравнится со мною. Вы еще не видите, как я делаю. Ой. Это называется труп? У меня есть свой труп. Видишь, как я так быстро раскрутился, что даже немножко полетел. Ты просто подпрыгнул. Нет, полетел. Я тоже лечу. Жалко, что я так не умею. Но только в молодости делал. Ты еще как круто можешь делать. Попробуй, кит. Не знаю, вы все улетите волной моей. Не улетим, потерпим. А, ну ладно. Ура!
ж говорю, улетите. Ну ладно. Зато трюк крутой получился. Трюки хорошие. Больше не буду есть морепродукты. Где мои родственники? Вчера. Темно. Страшно. О нет, плохо дело. Все нехорошо. Кракен, кракен, кракен. Вот зануда, а? Иди сюда. Спасать, помогать. Спасите, помогите. О, пойдемте все в пещеру. Круто. Наши старые пещеры. Да, пещера. Я пойти в пещеру. Не будь занудой, как тот самый кра. Ладно, я пошутил просто. У-ху. Так вы идете или нет? Идем, конечно. Все пойдем вместе. Ай. Пойдем с нами, мозазавр. Не знаю. Пойдем, пойдем. Нет, не надо, не. Идемте все. Что за шум? Опять те самые. Ой, блин. Надо это где-то спрятать. И самому спрятаться. Первый. Кит. Не я. Я уже был уже 19 раз. Тогда возьми меч. А я же самый маленький. Ладно. Идем за ним, идем за ним. Мозазавр, не отставай. Плохо дело будет в этой пещере. Тут темно. Страшно. И эхо! Не-би-би-би-би-би-би. Мама, мама. О, да, моя доченька. Вы говорили, что я буду первым, а потом ты меня не обогнала. Ой, да ничего страшного. Ой, ну ладно. Как же я давно тут не был. Йо! Какое же эхо тут еще? Да, согласен с эхом. Ага. Пора действовать. Тут вообще ничего не видно. О, нет. 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 Оп! Это же... Мама! 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 Джунга! А Джунга! Что случилось? Восьминоги. Я знаю одного такого восьминогого. Кит, идем за мной. Что такое? Касатка тоже. Идем. Это кракен. Кракен. А, не. О, опять эти пришли. Спасите. Не надо давить. Если будешь еще говорить, я тебя вообще съем. Бегите. Иначе он и вас съест. Умолкните. Кит. То есть, кракен, блин. А ну, хватит так делать. Что тебе конец? Это вам конец. Фшел. Ай.
Ай, моя голова. Нет, ее ранили. Теперь у вас нет самого сильного вашего друга. Идите все сюда. Беги, бежим! А, нет. Кит, я тебе помогу. Оставайся тут, иначе я убью всех твоих родных и друзей. Лишь бы моя доченька выжила, и все друзья, и родственники, и семья. Главное, чтобы мы тоже выжили со всеми раками. Вы так тут все вместе уже. А, да, точно. Мы выживем, наверное. Что все кричат, а? Кракен нас зовут! Кракен! Кракен! Я так и знал, что тут будет все плохо! Я же говорил, что не надо идти в эту пещеру! Не бросай нас! Стой, Мазазавр! Подожди меня! Нет! За крики из пещеры! Так... Мазазавр? Что случилось? Кракен! Кракен? Он же только в мифах и легендах, о пиратах и всяких других. Нет, он тут уже реальный пришел. Он тут. Он еще в том океане был еще злодеем таким. Надо разобраться. Как вы разберетесь, если тут вода? Да не утонем, там же не глубоко. Глубина 10 метров. А, хорошо. Ты меня не покусаешь, акула. Ты не думай, что ты мегалодон. И ты тоже мелкий. Я не мелкий, у нас другой мелкий. Где? Да. А, меня уже тянут. Мама? Нет. Нет, ты ее не заберешь. Дай глаза. Просто вас тут всех убью. А мелких съем. Нет. Нет. Были бы тут большие динозавры. Они бы всех спасли. Может быть, у них тревога там. Если у них нет тревоги, то я сам их спасу. Друзья, идите. Я сейчас вас всех спасу. Неужели это тревога? Опять? Тревога? Что ж мы стоим? Идемте! Мы тоже пойдем. Но не в этот раз. Сегодня нет. Тут не такая особая опасная тревога, наверное. Что, хищники? Идемте! Травоядные дежурные. Да, травоядные дежурные. Всегда дежурные. Почему мы всегда дежурные? Не знаю. Ты знаешь треки? А, наш свит. Кракен лучше остановить, пока большие динозавры не пришли. Большие динозавры, их вообще не существует. Они вас бросили просто. Но когда на нас напал дракон, они пришли. Дракон? Ха! Этот, да он всегда неуспешный, всегда проигрывает. В этот раз я не проиграю. Всем конец. Я не сдамся. Ау, мои щупальца. Отстань. Ой. Только не это. Не выросли. Как вернуться? Нужна какая-нибудь волна. Будет у тебя волны. Ууу! Ау! Ууу!
Я же говорил, волна будет. Нет. Опять моя щупальца. Спасайте, кто может. Все, без паники, сейчас придут большие динозавры, наверное. А пока вас буду спасать сам. Иди сюда, Кракен. А где они, кстати? Тут их нету. Блин. О, большие динозавры, это вы. Большие динозавры. Там. Кстати, а где травоядный? Дежурный. Не такая опасная тревога, да? Да. Короче, что там случилось? Морские существа приплыли все к животным, к нам теперь, на старое свое море, океан там. Понятно. А что там у них случилось? Кракен. О, Кракен. Старый мой враг. Помню, как я его чуть не засосал и не приготовил из него суши. Теперь я его закатаю в тесто и съем суши. Суши, мы любим суши. Че вы там еще стоите, а? Идемте уже, а? Слышу, что там говорил Тирекс? Идем быстрее, ай! Это ведь ты все стоял. Кстати, я говорю, что тебя побью. Ау! Вот. Что побыстрее был ты. А то иногда застывай. О, это большие динозавры. Кракен, у меня тут есть детеныш. Не ври, хватит врать, кстати, ты где? Идем со мной, малыш, быстрее! Отстань, кет. Нет, он нас догнал. Какой же глупый план у тебя был. Стоп, что? Привет, Тик, мой старый враг. Теперь я тебя точно закатаю на суши. О, нет. Нет, не надо, пожалуйста. Теперь надо использовать рык. Только не рык Терекса. Может, он там уже в суши превратился, а? Малыш, мы в безопасности. Мяме? Нет, я не твоя мама. Ты чё, совсем? Мяме. Вон там твоя и мама. Мама! О, доченька моя. Друзья, братья, родственники, семья. Друзья, братья, родственники, семья. Эх, какой же он зануда, этот краб все-таки. То есть рак. Прибежали наконец-то. Эй! Смотреть назад надо. Какой назад? Ты только что вчера говорил смотреть вперед, тут вверх, вниз. Влево-вправо смотреть надо. Назад тоже смотреть надо. О, кстати, тревога, как там? Да все нормально уже, пока вы там ходили. То есть стояли как копанные. Что вы там вообще делали, а? Это он стоял как копанный. Это не ты. Ты че? Говори не обманывать. Все. Нет, ты у нас самый младший. А я старший. Ну, то есть... Тут не прям старший. Эх, какие же, как дети малые. Прощайте, динозавры. Мы пойдем, так как тревоги нет. Надо своих родственников ценить, любить, уважать. Не только родственников, но и друзей, семью. И всех. Не прям всех, конечно. Но свою маму, папу или кого-то там еще... Ценить, конечно, и любить,
нужно и надо.